Олег, поделись своим опытом или советом в следующем вопросе. Что ты делаешь, когда, если человек говорит, что у него депрессия? На мой взгляд, откуда и как человек узнал, что у него депрессия? Ответ был нечеткий. Когда мне человек говорит, что у него депрессия, я из этого выводы делаю какие? Никаких. Я понятия не имею, что он мне только что сказал. Он просто озвучил какое-то слово. Буль-буль-буль. Депрессия. Я не знаю, что это такое. Мне нужно понять, к какой области жизни это относится, какая конкретно тема его беспокоит, какие конкретно эпизоды или случаи у него происходят, и что в этих случаях он переживает. И вот только тогда я примерно смогу опредметить и понять, что этот человек называет высокоабстрактным и далеко не проясненным словом депрессия, потому что этим словом можно называть все, что угодно. Все, что угодно. Это одна из проблем, с которой сталкиваются в том числе эти люди, которые говорят, а вот это вот там что-то, оно вот от этого или от того? Мы понимаем, что у нас сейчас взаимодействие идет не на уровне работы с переживаниями, не на уровне работы с эмоциями, которые лежат в основе. То есть это не уровень психосоматики, это уровень пиздежа, просто уровень слов. Там что-то мы назвали, а депрессия бывает от этого. Вы даже не прояснили, что он вообще имел в виду на самом деле. Он просто сказал какие-то слова. И вы делаете вид, что если вам человек сказал, что у него депрессия, да, что типа вот там типа... Все, мы поняли. Поэтому, как бы, ну, правильно, на мой вопрос, откуда и как человек узнал, что у него депрессия, ответ был нечеткий. Так вот, об этом и надо спрашивать. Вот именно на эту тему и нужно двустороннее общение проводить, прежде чем. Вот, а тем более, как бы, что я делаю? Я с ним разговариваю, с человеком. Разговариваю, выясняю, что он имеет в виду. И в данном случае, кстати, даже не написано, у вас запрос-то какой-то был. Или вы так просто, да, от нечего делать. Потому что есть такие люди, спасатели непрошенные, которых никто ничего не спрашивал, они вот лезут там, да, людям какие-то вопросы задают, непонятно о чем. Зачем? Сидит человек в депрессии, оставь его в покое, пускай сидит.